Всем привет, с вами Лера. День всех влюбленных – отличный повод для фотосессии. Не обязательно платить за аренду студии, чтобы сделать тематические фотографии. Сегодня мы с вами сами создадим крутой декор. Поехали! Первое, что мы сделаем – это большое сердце из фотографий. Для этого нам понадобятся снимки. Это могут быть ваши совместные фотографии с любимым человеком или просто тематические. Фотографии я решила разместить на красном фоне. Размещаю фото внутри. И вырезаю огромное сердце. Вот что у меня получилось. Для фотосессии ко дню всех влюбленных нужны свечи. Но я решила немного усложнить задачу. Нам нужны баночки разного объема. Прикрепляем к ним сердечко. Закрашиваем баночку красным цветом. Я воспользовалась акриловыми красками. После того, как краска высохла, убираем наше бумажное сердечко. Внутрь баночки кладем свечу. А теперь сделаем вот такую картину. Для нее нам понадобится задник от рамки для фотографий, клей, нитка для вязания и искусственные цветы. Из нитки мы делаем контур вазы. Далее сверху нашей вазочки приклеиваем цветы. Внутрь баночки я приклеиваю вот такое сердечко, которое предварительно выкрасила в красный цвет. Декор для нашей фотосессии к 14 февраля готов. Получились бюджетные и несложные в исполнении идеи. Спасибо, что посмотрели это видео, и не забудьте поставить лайк. Всем пока!